Привитус Амигос перетащил сюда обоих персонажей. Да, писали в комментах, что можно Ребекку как там поверху провести, но что-то конкретно впадло, так проще все-таки тараканчиков отбежать. Значит, просили, кстати, костюмы все-таки поменять там какие-то. А, ну это не очень, это бред. Мажор, это заключенный, ну это классический, давай Коди тогда. Он хоть как-то будет необычно смотреться в своих... Вообще, похоже на треники на какие-то. Вот, а Ребекку просили одеть поэротичнее, уж не знаю, зачем вам это надо, что типа вот там у черлидерши, дескать, юбочка покороче, а медсестра и вообще анимешечка. Ну, в принципе, у кого из них покороче вопрос, юбочка, все-таки ковбойша-то, конечно, более секси-шмекси, но я решил, чтобы вы не ссорились, короче, вот такой костюм скачать. Я уверен, что немногие одобрят, но многим понравится, я думаю, что... Кстати, нутпатчи порнухой не считается, как не считается эротикой, иначе бы тогда всем Ведьмака банили. Где вообще порево просто в каждом летсплее, так что не вижу ничего такого. Если она чуть-чуть походит и помёрзнет, какой орех. Кстати, звук каблуков почему-то на шлепки там босых ног ей не поменяли, к сожалению, поэтому... Ну, чисто ради эстетики, да. Держись, Билли, держись, братан. У тебя сейчас будет очень нелегкое время. Вам все-таки, ну, надо за жизнь сражаться, а здесь... А здесь бы и просто вроде в партер, да, перевести борьбу, как бы, не проще, но... Не до этого пока сейчас, браток. Так, надо было у нее, наверное, забрать коктейли Молотова. Черт бы тебя побрал. Не-не-не-не, ты стоишь. Ты стоишь, и убили стоит. Все постоим. Значит, надо как-то у нее стоя с ней рядом обменять. Мне кажется, что на Билли могут напасть просто, поэтому... Ну, один. Два. Хорошо, давай два. Два, и я буду стрелять. Вот, я иду туда... О, какой видон. Не Ребеккой, потому что многие бы, наверное, думаю, хотели, чтобы сейчас Ребекка была как можно чаще в кадре, но у нее здоровье не совсем... Не совсем полное. Ух ты, ебать. Эх, ты какое. И что, тут нет никого? У Амбреллы даже церковь своя есть, где они грехи замаливают. Это алтарь. Несмотря на божественную ауру, в нем есть нечто зловещее. Может, потому что за Мадонной и младенцем стоит какая-то бабка с зеленым лицом. Короче, здесь ничего нету, да? Ага, это... Дверь. А, вот как переключать уровни. Кто бы, сука, мог подумать. Ну, какая-то дверь совсем с таким ракурсом подозрительным. Сейчас били за жопу, как схватят. Я аж прищурился, когда он дверь стал открывать. О, да тут сохранялочка. А брать-то некуда. Все это великолепие, что тут находится. К сожалению-то. Сохранитесь. Давай, сохранитесь. Единственное, что я не понимаю, это где какой-нибудь ключ. Это ж тупиковая комната. Должен быть какой-нибудь ключ, какая-нибудь... Что-нибудь, что позволит продвинуться дальше, но... Ничего здесь нету, комната пустая. Это значит, что по закону олдфашных игр от Capcom, это значит, что сейчас будет босс какой-то. Вот когда ты входишь в тупиковую комнату, да, там лежат снаряды, значит, что на выходе чаще кто-то подкараулит и будет долго бить. Скорее всего, возможно, даже ногами. Я сразу вспоминаю Динокризис, который вспоминаю слишком часто, да. Вот, как там бой с гигантозавром начинался. Ты тоже заходишь в комнатку, там патрончики, сохранялочка, и все. И ты выходишь, и вот он. Кстати, уже писали в комментах, покажи, покажи, что за игра, покажи. Чуваки, смотреть сейчас не на что, абсолютно. Годы сделали свое дело, графика несмотрибельна, управление неиграбельно.
То есть, когда будет ремейк, тогда будет. Сейчас мало кому понравится нынешний Динокризис, такой, какой он есть. Ну, давай. Ну да, вот заставка. Сейчас понят, что-нибудь, блядь, какой-нибудь дед, наверное, с посохом. О боже, Бэтмен разбушевался. Блядь, летучая мышь, босс. Чё-то, блядь, борода какая-то. Фантазия, видать, закончилась. Ну и чё её, блин. Я нахуй с пистолета ушатаю. А, вон она что умеет делать. Ну и чё, блядь, как врываться-то на... Вас понял, идите нахуй. Говорят, что кислотными гранатами мистер Тентакли убивается хорошо, поэтому придется на нее зажигательные потратить. Уи. Уи, как метко. О. Хуя она как. А, сучка на пиздюков еще своих вызывает. Ну тут, блядь, дробовик уже надо, нахуй. Вроде и взрыв такой в куче, блядь, произошел, но никто не ёбнулся из них, смотрите-ка. Ну, здесь, знаете, надо два персонажа нужно, чтобы один отстрелял птичек, блядь, ебливых, а второй, на нахуй. А второй в это время метелил эту, сука, тварь ебаную, ну, нихуя. Там голожопая Ребек стоит, сука, на улице, пока меня тут мудошат, блин, стаи. Стая крылатых мандавух одолела бодибилдера. Может не драться-то не обязательно, может можно на улицу выбежать. Хотя, вот что-что, а с мини-боссами в этих играх драться, скорее всего, обязательно. Наверное, из нее ключик-то из жопы и выпадет. Это уж проверено годами. Вот одно дело от босса, от моба убежать, это можно. Другое дело, когда ты начинаешь, сука, хитрожопить с боссами, это добром не кончается здесь, как правило, ло. Может, у нее, блядь, коктейль молотого метнуть? Да ладно, Билли не докинет, кого я обманываю. Надо было сначала патроны подобрать, потом сохраняться. Надо было ружье у этой дуры взять. Вот ружье бы, наверное, помогло. Дробовик там. Они все-таки кучно летают, да, вот эти вот птенцы ее, сука, ебучие. Вот, их можно было бы окучить. Наверное, парой шотов. Да видели мы твои кеды. О, в сраку как залетело, а. Блять, снайпер. А вот мелких нахер надо уже. Жалко гранаты. Так, она спустилась. Можно уже и в маму втащить. Блять. Я понял, эти говнюки просто не дают стрелять по ней гранатами. Они не столько дамажат, сколько мешают. Да пошла ты в жопу, тварь, сука. Смотри, она дает мне понюхать свои яйца, походу. В этом суть приема. Сука, всех детенышей перебью. Все, жизнь оранжевая. Ну ладно, блять, опять стаю вызвала, что ли? О, все, смотри, в пердак улетело. Ну, в принципе, из гранатомета. А что, алтарь-то показываю? Ну, из гранатомета она довольно просто убивается, конечно. Мелкие-то хоть пропали? Пропали. Сука, мы таких боссов нахрену видали. Ну и чё? Где ключик-то? Чё с неё? Где подарки-то? Ёпта, я босса убил. Лут гони. Ничего не залуталось. Может, с алтарем что стало? После смерти мыши. А, вон, смотри, это чувак с посохом, который, походу, поет и пиявки приползают. Так, пойду-ка я в жопу перезапишусь, нахуй надо. Второй раз с этой мандой драться. Я сомневаюсь, что можно пройти ее удачней, ни разу не получив от нее лапой по башке. Если бы мелких не призывала, была бы вообще... Блять, ну ёб твое управление, а.
Ну, ебать. Страницы такие мяты. Машинка такая ретро. Почему-то я вспомнил, что читал на Кинопоиске о том, что Том Хэнкс коллекционирует печатные машинки. Всякое говно люди коллекционируют, конечно. В 90-х коллекционировали разные пачки сигарет, разные банки из-под пива и лимонада. Стояли там у всех на кухнях, там эти друг на друга составленные такие, блядь, натюрморты. Ну, печатные машинки коллекционировать, ё-моё. Это вообще что-то странное. Ладно, хер с печатными машинками, что делать-то надо? Я что-то я в легком недоумении. Блять, она что, улетела, что ли? Кажется, отсюда можно забраться наверх, если воспользоваться чем-нибудь. Чем-нибудь-то чем. Из трусов веревку можно. Ёпта. Сука, здесь нужен гарпун, походу. Который я оставил где? Который я где-то провафлил. Ребекка там уже заскучала. Давай. Настало твое время. Ой, а что, дверь теперь не закрылась, что ли? То есть можно было переключиться и Ребекка, и прибежать на помощь, что ли? Чтобы она в мышь тоже стреляла? Или я что-то не врубаюсь? Или это после смерти мыши там механизм сломался, наверное. В любом случае, надо вернуться в особняк, забрать гарпун. А места в инвентаре-то, по-моему, нету. Да, сука, в натуре. Так, надо вернуться, разгрузиться. Ну, сбегал за гарпуном, в общем-то, ничего интересного там нету, можно это и вырезать. Один раз обезьяны напали, но обезьян уже всех видели. Все их видели, вернее. Вот, да, пришлось потратить, конечно, патрон дробовика, но гарпун с нами, собственно. И можно двигаться, продвинуться еще дальше, надеюсь, что где-нибудь будет аптечка, потому что... Интересно, у нас гарпун еще и с механизмом, да, с подъемом. О. Крыса пробила дыру. Ну так получается, что можно было крысу не убивать, просто получается, ну, раз крыса попала в церковь, дыра в крыше уже есть, подбегаешь, юзаешь гарпун и все. То есть не обязательно было убивать этого не топыря. Что это такое? Питание у лифта, какого лифта? Это лифт был? Ага. С одной из тех скал открывается живописный вид на озеро. Господи. Слушай, красная трава есть, а зеленый нет, что ли? Прикольно. Подожди, а чё? Вы открыли дверь. О боже, надо было сюда Билли позвать. Мы ранены, но не сломлены. Так, хорошо. Давай-ка мы ее тоже вооружим пистолетиком, потому что патроны, сука, не казенные. Так, ну это нахуй можно выбросить, наверное. Я не думаю, что он ближе. Я не думаю, что он еще в этой игре еще раз хотя бы понадобится. Так, на тебе. Отсыплю тебе по-братски патронов. Пойдем. Навстречу. С силами зла. Я думаю, что это уже, ну все. То есть дальше уже некуда, нечего придумывать. Я думаю, что это финал должен быть скоро. Вот-вот уже. Хотя они умеют затянуть эти игры. В принципе, ничего нецензурного в этом наряде для Ребекки нету. Все ракурсы, собственно, такие, что... Как там? Крупных планов пелемешки нету, и ладно. Ну и что это такое? И все закрыто. Ну, подвал церковный. Типа лаба, да? О, что это такое? Блять, почитал, что это такое.
Ну, короче, понятно, стандартная табличка. В этом доме жил, работал академик такой-то. На книжных полках полный бардак. Кто-то определенно что-то тут искал. Кто-то, блядь, в каждой комнате что-то определенно ищет постоянно. А учитывая, что тут целая библиотека, кто-то что-то искать бы тут задолбался. Ага, и там наверх какая-то хуёвина. Дневник Маркуса 2. Страница отсутствует. Вероятность угрозы невелика, но я поместил своих малышей в специальную капсулу. Держать ее при себе довольно опасно, поэтому я решил оставить ее здесь. Хочешь спрятать листок, отнеси его в лес. Открыть капсулу можно только с помощью специального разделительного вещества. А, лакей Спенсера ни за что не догадается, как это сделать. Лакей Спенсера. Ну, здесь сохранялка очередная. Отправить что-нибудь в операционную. Да, блядь, мой пламенный привет, ёпта. О, бомж сидит. Погрустневший. Но это значит, что опять будет задача на время. И эти бомжи резко повскакивают. Оу. На этой полке... Ах ты, сука, чё, опять что ли разлом? Ёпта твою мать. Нет, давай-ка ты мне вот эти лучше отдашь. А, нихуя. Мне эти не влезут-то. Досадно, блин. Хорошо, что я его где-то недалеко здесь выкинул, да? Как сказать недалеко, блядь? Перед лифтом. Твою мать. Вообще, они как-то со своими гарпунами перебарщивают, мне кажется, очень уж... Очень уж часто... Он, во-первых, место до хера занимает в инвентаре треть ровно. И очень часто его что-то под конец приходится использовать. Ну, скипнись, заставка. Дневник заведующего лаборатории. Сегодня директор Маркус попросил меня сменить пароль входа на платформу. Когда я спросил его, откуда этот пароль, он сказал, что взял его из антропометрических записей своих детей. Однако директор не доверяет людям, он не женат, какие тут могут быть дети. Что он имел в виду? Червей своих, наверное, ёбаных. Ёб твою пидрючую, блять, нахер. Чё делать? Чё делать? Съёбывать отсюда. Пападос! О, что это такое? Карта, вау-вау-вау. Вон звук-то, как будто, блядь, челюсти какие-то плывут. Я уверен, что за спиной этого говноеда лежал какой-нибудь ключ-то. Обязательно. Что за ракурсы такие безумные? Давай будем нажимать на все подряд кнопки. Это где он там? Откуда, блядь, он вышел? По-моему, Билли сейчас получит пиздюлей. Подожди, откуда он вышел? Вон он там, в той комнате. А музон играет, как будто он уже рядом идет мне за жопу. А нахуй вообще это нажал? Че, она что-то закрыла? О. Кактус. Здесь можно молото сделать. Викинг нахуй этот говно. Ну, блядь, конечно, можно сохраниться. Типа, что это что-то даст. Все равно сейчас пиздюли получу. Да, этих, сука, понаставили. С ними надо пиздиться, потому что они мешают. Блять, я еще и сейвак перезаписал. Вообще гениален. Сука, я могу, да, я владею. Я уверен, что если я найду магнум, то я смогу быстро решать вопросы с этими уродами.
Другой вопрос, что магнум ты его хер найдешь. О, что это такое? Прыгать отсюда слишком опасно. Метро. Мы отсюда на поезде, походу, будем сдергивать. О! Точно, можно же сделать молоточек, который бесполезен и на самом деле ни хера не убивает. Ну, типа так спокойней, наверное. Так, дверь заперта. Wonderful. Ну что, убить этого гондона или не убить? Есть что-нибудь у него за спиной или нет, интересно? Ладно, пока предлагаю идти дальше. Пошел он нахуй, пусть там дальше ходит. Блять, такой звук, а вот он здесь. Возможно, что они просто спаунятся тут в каждой комнате, почему бы и нет. В этой части это типа норма. Так, эта дверь закрыта, да? Нет, открыта. Там какая-то камера как будто. О, химики. Во все тяжкие, ёпта, мед варили. Зеленый. Зеленый мед. Но они тоже, видимо, встанут не сейчас, ни хрена, а когда-нибудь. Сквозь текстуры ходит. Записи о выращивании пиявок. 3 февраля 78 года. Я начал с ведения прародителя 4. Подопытным пиявкам они выживают в основном за счет охоты, паразитирования и размножения. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биоорганического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. В дальнейшем не наблюдалось каких-то значительных изменений. Да-да-да. Удвоилось. Двух. Половина. Пиявки. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали копировать мою внешность. Они видят во мне отца. И значит, что это, сука, твою мать, математическая загадка, блядь. Отлично. Обожаю нахуй математику. Прям вот вообще. Ой, блядь. Итак, значит, 4 пиявки. Что за листик у нас тут? Заебись, какая-то инструкция. 4 подопытных, сука, пиявки. Блять, что я уже цифру 4 писать разучился? Удвоились. Числилось, которых удвоилось. Умножить на 2, блять. Потом он лишился двух особей накормить их. Ага. Это равно 8. Потом минус 2 равно 6. Я решил дать им живую пищу, при этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Равно 3. И чё? Сколько мне нужно цифр, чтобы... 2 цифры, что ли? 8 и 3. А, ёпта, я понял. Там, наверное, вообще много цифр. А, с момента введения вируса прошло. Что? Так, значит, это код будет 4. Это, блядь, антропометрические данные называются. Антропометрия, это рост, вес, блядь, и так далее. Там длина конечностей. Это здесь просто численность. Это популяция, блядь, а не антропометрия, по-моему. Хотя, хули я могу об этом знать? Как удвоилось, значит, 4, 8, 6, 3. Я думаю, что вот это есть пароль от какой-то там платформы, блядь. Ну что, ребята не встают? А, вон этот баллончик. А что там в соседней комнате-то хоть? А, о, я помню синий баллон еще там, блять, очень далеко где-то в наборе для смешивания.
Вон там красный. А как применить-то? Ага. Ага, не использует. Так, я думаю, что на самом деле не надо дразнить YouTube, пора переодеться во что-нибудь приличнее. Так, и контейнер для смешивания. Красный горит. Надо еще зеленый найти. И желтый. Колба наполнена свежебелой органической жидкостью. Все, оборудование полноценно функционирует. Так, где я не был? Дальше. Здесь. Ну, в этой комнате сейчас стопудово на меня, блядь, кто-нибудь навалится. Ой, блядь. А обычный... О. Обычные бомжи, как я, по-моему, скучал. Да чё ж такое-то? Я уже даже разучился с ними воевать, блядь. Еще какой-нибудь ублюдок. О, чётенько. Так, здесь мы можем друг друга что-то слать через этот лифт. Аптечки, например, да? Вот что такое. Дверь украшена бюстом Маркуса. В основании есть отверстие, куда можно вставить какой-то предмет. Билли, тут надо вставить. Срочно. Ага, набор для смешивания. Стерилизующее вещество. Билли, время вазоктомии. Что за говно? Да, блядь, убери ты нахуй свою кошелку. А надо что? А! Комната заполнена желтым газом, то есть я сейчас могу дойти. А, совместно с президентом Спенсером доктор Маркус основал корпорацию Umbrella. Исчез 10 лет назад. Результаты его исследований все это время держались в тайне. Но здесь, в учебном центре, которым руководил доктор Маркус, стало понятно почему. Точнее, не в самом здании, а в его подземной части. Все прояснилось только когда мы спустились вниз. Там мы нашли доказательства, подтверждающие, что доктор Маркус занимался исследованием прототипа Т-вируса под названием «Прародитель». Неопровержимые факты многолетних экспериментов, в которых роль подопытных исполняли сотрудники компании. Точное число испытуемых нам неизвестно, но судя по имеющимся у нас сведениям, таких было не менее 20 человек. Некоторых из них использовали намеренно с целью защиты секретов компании. Не знаю, где находится сейчас доктор, но учитывая недавний скачок в развитии Umbrella, мне нетрудно представить, что такие исследования ведутся до сих пор. Нет, его эксперимент жив и продолжает развиваться в этой кромешной тьме. Эти создания – плоды его исследований, ими кишит весь комплекс. Остальные страницы отсутствуют. Воу-воу. Значит, там 20 зомбарей в подвале, что ли? На операционном лежит, столе лежит что-то странное. Ну, возьми, может пригодится, ебать. Так, ну чё, либо, блядь, комната от газа очистится, когда я в нее внедрю вот эту свою, нахуй, мешанину. Либо чё тогда. Либо надо идти убивать тентаклю. И за его спиной должно быть... А нахуй тут лифт? Можно это говно отправить Билли, а чё он будет с ним делать? Там ничего такого нет внизу. А, может сейчас что-нибудь я найду в комнате? Что надо будет отправить? Пидорас ты, сука. А не лейтенант. Или как там? А этот что? Нематериальный, что ли? Он не хочет? Ну. Да хули ты? Ну.
Может растворить, но не нейтрализовать. Отлично, блядь. И нахуй мне что-то растворять. Я бы насос. Ну, видимо, нужен третий химикат, а как его, блядь, возьму-то? Если химикаты может собирать только тёлка, тёлка не может спуститься, блядь, Билли не может подняться, ебать. Что происходит? Мне кажется, что надо было сюда Билли всё-таки отправлять. Били с канатом. А, но он бы все равно не смог набрать химиката. Вообще, есть какая-то разница, кого? Кого отправлять, кого не отправлять? Получи, блядь. Во имя революции, тварь. А-ау. А сейчас мы получим во имя пиздюлей. Охуенно, как ты в упор-то можешь промахнуться, дура, блядь, ебаная. А мы вот так, нахуй. Мужчина, блядь. Держи ты, нахуй, руки при себе. Ебать ты заебал, слышишь, нахуй? Смотри, он ей сейчас вдует, походу, нет? Так, что тут есть-то? О, какое-то говно. Что-то нужное, наверное. То есть он и без башки нормально себя чувствует, да? Вообще похую. Блять, такой моп уёбищный, пиздец. Всю игру обосрали нахуй вот этими, блять, своими кишкаменами, блять. Я-то думал, что им моча в голову только в четвертой части ударила нахуй. Вот этот вирус свой, блять, эволюционировать сраный. Я до этого вообще все нормально было там. Немезис, отлично, тиран, хорошо, зомби, ну круто, ладно, хуй с ним, какие-то рептилии бегают, ладно, допустим. Но этот-то гандон нахуй в этой игре нужен, ёб твою мать, блядь. Уебанок, блядь, конченый. Ходит нахуй, бродит. Ну серьезно. Надо броню надеть, блядь. Ой, блядь. Где Магнум? Хули я пол игры с патронами одними бегаю, как дурачок, блядь. Где-то аптечка была. Где-то я уже проебал, наверное, аптечку эту. А, зеленый цветок надо, наверное, в лифте Маркусу отправить, потому что там где-то красный еще растет внизу. Скомбиш-мамбинирует. Блять, надо аптечку найти. Без аптечки там нехуй с этим говноедом бодаться. Вообще без понтово. С ним и так-то хуй подерешься. Ну, патроны это, конечно, заебись. Записку второй раз читать. Блять, а ружье нельзя зарядить этими магнумами, бля. Так, здесь нету, да, аптечки? Сука, еще хер вспомнишь, где ты ее, блядь, оставил, эту аптечку. А, ебать, вы еще здесь. Мне в ухо прям вот, мне так нравились вот эти стоны с первых частей. Потом-то зомбаки какие-то стали, блядь, что-то разговаривать начали. Чик-чик. А, так. Вообще, если что и надо выбросить, то это, блядь, патроны Магнума тупые, нахуй.
Ну чё, еще разан попробуем этого, блядь, запидорить. У него там какая-то хуйня для смешивания за спиной. Возможно, там колба берется, а тут вставляется. То есть я думаю, что загадка с этой газовой комнатой решается здесь, на местности. Я не думаю, что... Ну, потому что я не могу сбегать туда, где был предыдущий баллончик. Надо выбрать правильное место. То есть тебе похуй, да, что ли? Пиздец, смотри, он что делает. Красный еще как хуй, блядь. С двух, что ли, сдох? Даже не с трех. Это я удачно зашел. Это я вообще как боженька зашел сюда, ептать. Я тут бутылку увидел. Мозги какие-то, кишки, блядь. Слева вообще трупы. На полках полно всякой херни, и чекушка стоит такая, беспалевная. 6 бензина, ебать. Приора заправить можно, сучи. Так. В капсулах содержатся человеческие особи. На лицах застыл ужас и страдания. Лирика. Вот. Коллекция образцов пиявок. Нажать на кнопку. Ну, хуй знает. Давай нажмем. Одна из капсул светится. Капсула с пиявкой. Угу. То есть, и что мне вот не надо, да, смешать? Нет? А, надо просто туда капсулу с пиявкой, наверное, вставить в газовую эту комнату, и она откроется, что ли? Какой странный механизм. Какие странные принципы работы. Так, там два бомжа еще на полу. Сомнительно. Блять, в какую дверь-то? Ой, может сохраниться. Все-таки тентакли убил. Довольно-таки успешно. Вот сейчас сдохну где-нибудь. И будет... Ай, неловко. Хотя, в принципе, коктейль Молотова были. Ой, да в рот нассать, давай. Давай ты, господи, быстрее, блядь, грузись. 2015 год, нахуй, а седьмой процессор. Чё ты тут... Как будто я на эмуляторе PlayStation играю, ё-моё. Да-да, господи, да, ну. Машинный зал. О, еще одна ленточка есть, круто. Сейчас еще кого-нибудь убью, еще радостно сохраняться прибегусь, чё. Прибегуся. Сейчас я это говно, наверное, в комнату вставлю, там из пиявки вырастет очередной этот тентаклин. Тентакль. Синий лут, это что интересно, что у меня по всей карте разбросано? Ну давай. Блять, началось нахуй. Чё надо-то, ёб твою мать? Понятно. Надо что-то в лифте отправлять этому опездалу. Но зачем ему эта пиявка?
Что он с ней будет делать? В натуре. Чемоданчик ему не отправить, только, блядь, только пиявку. Херота какая-то вообще полная. Блять, ну возьмет он ее. И чего он с ней будет дальше-то делать? Ну какой хуй она ему нужна-то? Вообще, блядь, не понимаю нихуя. Лаборатория. Ну это надо, значит, бежать обратно в учебный центр, блядь. И что-то тут с этой пиявкой пытаться сделать. Там была какая-то газовая комната, конечно, тоже. Для образцов, для всяких, но... Я просто даже не помню какого-то места, блядь, куда можно эту пиявку ебаную пристроить. Сука, заебала, всю игра, блядь, кончится никак не может, все нахуй. Все, блядь, не угомонится, надо что-то придумывать, блядь, сидеть. Ладно. У нас есть еще Билли, если его не прибили. Так, тут где-то тентакль вышел. А, кстати, тентакль же. Он же что-то, блядь, тут стенка какая-то отъехала. Что-то она открыть должна была. Ну, видимо, блядь, не то, что надо. Хотя, подождите, а почему не то, что надо у меня? Между прочим, у меня код есть еще над пиявок же. Его куда-то надо ввести же, ёпта. Какую-то платформу, блядь. Блядь. Блядь, ну хули ты так долго-то, ёбаный ты в рот ходишь, блядь. Замах пиздец, можно успеть крикнуть и за родину, блядь, и за Сталина, нахуй. И пиздец, и за соседку, нахуй. Бабу Глашу, блядь. На тебя поебалу за нерасторопность, блядь, инвалид ебаный. Сука, дерьма кусок, блядь, как можно так долго на... Кинул коктейль, стоит, тупит, блядь. Сука, урод, блядь, в жопе ноги, нахуй. Надо было, наверное, летучую мышь как раз убивать кислотными патронами, а тентакли убивать, блядь, зажигательными. А. Вот и лифт. А у меня нихуя нету места. А. Блядь. Надо и патроны отправить. Вместо пиявки. А чё я ей патрон-то не отдал в натуре? Нахер я их таскаю, если у меня ружья-то нет. Да быстрее, я же все это... Сейчас один хуй менять, пиявка убьет опять. Пиявка. Он же из пиявок состоит, как я понял. Пиявки просто принимают форму, блядь. Маркус этого. Какие-то, блядь, анкеты чьи-то лежат. Я так понимаю, что этого, блин, глиста хуй обойдешь. Он там среди дороги спаунится. Долго, 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 блядь. Пока он нахуй следующую вынимает. Господи, блядь. Ну чё, говноед, блядь. Отведал.
Есть. А, вот, смотрите, кодовая дверь. О! Господь услыхал мои молитвы. Это что такое? А, это дверь, которая с той стороны. В которую надо что-то вставить. Билли, настал твое время. Ну давай, блядь. Ты... А, он смешивать-то не умеет, он же долбоеб. А, ну с другой стороны у меня есть лифт. Да ну его нахуй, впадло. Долго ебаться сейчас надо что-то, блядь. Отправлять ей по одному цветочку, а она, блядь, их там смешает, обратно тебе пришлет. Делать нехуй. Крепись, Билли, живи. Так, ну чего, ебать, как я ненавижу этот замок. Вот эти вот, где нихуй поймешь, когда надо крутить вправо, когда влево. Блять. Еще и без детали. Ну и что делать тогда дальше-то? Ну пизда вонючая. Такое чувство, что это на самом деле была, на самом деле это залупа полная, это была ошибка, надо было отправлять сюда именно, то есть наверх. Короче, блять, в чем прикол? В том, что мне надо собрать вот эти ебливые химикаты. А, третий баллон стоит где-то в особняке, я его видел. Собирать баллоны может только вот эта, блядь, проститутка. Но, сука, проститутка заперта здесь на втором этаже и спуститься сюда она не может той же дорогой, которой поднялась, потому что разработчик хуесос и долбоеб. И, блядь, я так понимаю, что как это должно происходить? Я должен был набрать все три химиката в вот это вот говно. Сейчас в нем только два химикаты пропали, вообще их ни одного нету. Какой-то ведь был. Ну, короче, я должен набрать три химиката в это говно. Смешать их с пиявкой. Вот, смотрите. Видите, набрать его. Билли не может набирать. Вот, смешать их с пиявкой. Она не может отправить ему набор свой. Смешать их с пиявкой и отправить пиявку на лифте Ребекки. Вставить, блядь, пиявку... В комнату, где газ, короче. Она там, наверное, газ нейтрализует. В комнате наверняка, блядь, лежит этот ебучий поворотный механизм от сей, от шифровальной двери. Потому что, блядь, где ему, сука, еще лежать, как не в комнате с ебаным газом, блядь. Это же нахуй капком игру делал. Все через жопу должно быть использовать. Еще использовать. Ну ты использовала, и что, блядь, он просто пропал, что ли? В чем прикол-то? Вот. И тогда Билли отправить поворотник, то есть Билли вниз, Билли сможет открыть дверь, за дверью лежит какая-нибудь хуйня, которую можно вставить сюда, блядь. Вот, но для этого персонажей надо поменять местами, а это невозможно сейчас сделать. Ну и что за зеленый химикат-то? Просто зеленый неизвестный химикат. И, короче, это надо, блядь, опять загружать то сохранение, где я дрался с летучей мышью, менять героев местами, бежать, блядь, в особняк, наполнять колбу химикатом, искать, где этот, блядь, баллон там стоит. Короче, это пиздец полнейший. Блядь, я ебал нахуй этот. Сука, такой геморрой играть в капкомовские игры двумя персонажами. Просто охуеть можно. Может, блядь, финал где-нибудь скачать, вставить, да и хуй с ним, потому что, ну, зря не заебало. Такая, ну, дать, ну, дотина. Еще и, блядь, просто двух персонажей, блядь, местами тут перепутал, потому что, ну, заранее предугадать, кого куда надо отправить, это пиздец просто нахуй невозможно, если ты до этого не играл. И все, это фатально. Больше, блядь, дальше ты не пройдешь, если вот ты, нахуй, сразу не догадался, что этого персонажа надо внизу оставить, а этого отправить. Полное, блядь, говно. Просто говнище, нахуй. Ну, если нет, может, если я, блядь, что-то просто не понимаю, и все делается вообще не так, можете написать в комментах, тогда может, мы еще... Потому что я еще, блядь, в это поиграю. Вот. Но мне сдается, что, блядь, все именно через жопу, потому что старые игры, блядь, были в этом плане просто беспощадные и нахуй там ни о чем не задумывались. Если ты куда-то зашел, блядь, просто перезагружаешься и идешь сначала. Короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Нахуй надо.